Всем доброго времени суток. Сегодня решил, как и обещал, немножко рассказать о тех воблерах от фирмы Aqua, которые я взял. Это ультралайтовые воблерочки, так как в этом сезоне хочу конкретно позаниматься ультралайтом. Ну, взял вот попробовать. Ну, начнем, значит, с этого. Это попер, это не ультралайтовый совсем. Это мне немножко для других целей. Значит так, вес 9 грамм. Размер 65 миллиметров. Вот такой вот папирочек. Хвостик у него тут какой-то пластмассовый. Пока его нигде не купал. Хоть в ванне попробовать, что ли, посмотреть, что он себе представляет. Так, ладно, его сразу отложим. Так, ну и начнем дальше. Так, это у нас воблер, не знаю, видно, не видно. Сейчас сфокусируется. Это воблер жук, 37 миллиметров. Крючки 10-е, игл клав, заглубление от 0,5 до 1,2 метров. 4 грамма. Вот такой жучок, такой толстячок. Ну, вроде как производитель заявляет, что струю хорошо держит, и так равномерная проводка нормальная. Лопатка вот у них, обратил внимание, у всех вот здесь вот так с выемкой еще. Не просто. Ну, будем смотреть. Взял я их два штуки. Один вот такой расцветочки, желтопузики. Еще один. Вот такой расцветочки. Думаю, должны работать. Так, далее. Это у нас воблер толстяк называется, 2 грамма весом, крючок номер 14, игл клав также, заглубление от 0,5 до 1 метра, 35 миллиметров ростом. Вот такой вот карапузик. 2 граммика, думаю, будет само то, и окунек, мушура, гайка. Взял я их тоже 2 штуки, такой расцветки. И вот такой вот еще. Зелененький краснопузик. Вот такие вот 2-граммовые воблерочки. Далее. Это аквабит. 2,5 грамма. Крючки 10. Тоже иглклав. Заглубление от 0 до 1 метра, 40 миллиметров ростом. Ну, потом летом посмотрим, по весне там, как они работают будут. Вот такой вот. Тоже взял 2 штуки. Расцветочка там чуть-чуть отличается. Один черная спинка, коричневая спинка. Но животики, в принципе, практически одинаковые.
Далее вот такой вот пупырочек маленький, пакуньку сама то будет. Значит, крючки 12 номер, размер 45 миллиметров. Вот такой взял, немножко провоцирующий раскраски, ну и спинка хорошо видно будет. Вот в таком плане. Ну и дальше вот такой какой-то хитрый воблер. Так, называется он у нас Акватвин, 2,5 грамма, 55 миллиметров. Крючки 12, тоже иглклав. Заглубление от 0 до 1 метра. То есть вот по мелководью шастать. Вот такая вот интересная штучка. Лопатка у него вместе с корпусом сделана, да? И в отличие от остальных, он имеет два колечка, две точки крепления. То есть в зависимости от куда вы его, как вы его, за какое колечко прикрепите, будет меняться его игра. Ну, как заявляет производитель, если вы за нижнее колечко зацепите, это будет король твичинга. Ну, не знаю, посмотрим. Тоже взял два штучки. Один более-менее такой к естественным вроде окраскам. Один вот такой провоцирующий. Ну, посмотрим, что за звери. Как они ловить будут. Потому что мне тут уже понаписали. Лучше два рыжика взял. Ну, будем пробовать все. И до риджиков дорастем. Пока так пошастаем. Ну, примерно как-то так. Ну, пожалуй, все. Всем пока.